Сегодня 9 сентября, финальный день конкурса «Новая волна». Игорь Крутой и Александр Румянцев вместе с «Картина ТВ» подвели итоги. Конечно же, каждый год должен давать новые имена, которые будут интересны телеаудитории, людям, находящимся в зале. И мы стремимся к этому. С момента переезда в Сочи из Юрмалы мы уже искали каких-то спонсоров, которые помогали бы с транспортом, со СМИ, с рекламой. И ребята вот как бы пришли каким-то обоюдным взаимным чувством с такими организациями, как «Мерседес», как «ЖД», как «Картина ТВ», как «Все». И это очень интересно, то, что происходит здесь, в Сочи. Но хотел бы сказать, что не менее интереснее будет 2 марта 2019 года в Дюссельдорфе, когда эти же звезды приедут в рамках «Песни года». Такой неумирающий проект, которому уже больше 40 лет, скоро 50. И он до сих пор вызывает интерес, потому что в нем механизм запущен. Каждый год певцы дают песни, и популярные песни попадают в этот песенный фестиваль. 2 марта 2019 года в Дюссельдорфе встретимся, покажем друг другу новые песни и старые песни, посмеемся, пошутим, послушаем музыку и разлетимся в разные стороны. Вы знаете, это 17-й конкурс и 4-й в Сочи. Вы знаете, было тяжело в этом году, но одновременно очень интересно, потому что мы в этом году много чего реализовали, то, что давно мечтали сделать, то, что давно планировали сделать. Конечно же, вот столько задач еще в голове, которые мы, наверное, будем делать в будущем году. Менять, вы знаете, всегда нет предела совершенства, поэтому мне кажется, что, конечно же, очень хочется, чтобы фестиваль все время рос, чтобы уровень его был бесконечно высоким, чтобы мы обязательно находили талантливых конкурсантов, потому что иначе, если нет талантливых конкурсантов и не рождаются звезды после каждой новой волны, он бессмыслен. Поэтому мне кажется, что, наверное, в этом году мы эту миссию выполнили сполна. На мой взгляд, очень много талантливых, перспективных конкурсантов, которые, надеюсь, при тех или иных обстоятельствах, фортуны, работы, удачи, обязательно станут звездами. Вы знаете, за 17 лет, конечно же, вот, было удивительно смотреть, как меняется состав конкурсантов, какие песни они поют. Конечно, все движется вперед. Насколько сегодня, конечно, все в интернете, насколько сегодня уже мало интересуют те или иные каналы порой молодых конкурсантов и молодых вообще артистов. И мне интересно, будет ли у них ротация на музыкальных каналах или на федеральных. Сегодня все в интернете. Написал, отдал, в интернет скинул, все. Популярность либо есть, либо нет. Знаете, может быть и хорошо, когда мы раньше пробивались на телеканал, чтобы попасть в ту или иную передачу, и, не знаю, какие-то неимоверные усилия вот этому надо было прилагать, то сегодня все просто, конечно. Сегодня можно написать песню, выставить ее в интернет, и это как лакмус. Вот весь интернет тебе говорит, это хорошо, или вообще не реагирует. Вот, наверное, мне кажется, что это действительно та возможность у молодых людей сегодня не ходить по кабинетам, не спрашивать, а можно ли нам попасть к вам на передачу, а попытаться все-таки найти своих зрителей в огромном мире интернета. Поскольку все уходит в интернет, вы знаете, новая волна в этом году тоже в интернете. И вы знаете, большой успех. Где-то более 16 миллионов, по последним данным, 16 миллионов посмотрело нас в «Одноклассниках». Вот, я знаю, что цифра ежедневно растет. И это здорово, потому что, значит, мы интересны, нас смотрят, наблюдают за конкурсом, болеют за конкурсантов. И это здорово, собственно, ради этого мы и делаем. Потому что если пропадет интерес к конкурсу, то, поверьте, не будет ни конкурсантов, ни нашего зрителя. Сегодня, слава Богу, все происходит. Сегодня нас смотрят, сегодня болеют за наших ребят.
сегодня смотрят и поддерживают наших звезд, которые приезжают к нашим конкурсантам. И это не может не радовать. Более того, вам хочу сказать, конечно же, с каждым годом такое количество партнеров, которые поддерживают новую волну, оно неуклонно растет. Вот. Что, собственно, и хочу сказать о картине ТВ. Это же потрясающие, замечательные люди работают в этой замечательной компании. И я хочу пожелать всем, всем нашим зрителям картины ТВ смотреть этот телеканал. Почему? Потому что в нем всегда очень много интересных программ, в нем огромное количество все время пополняющихся новых программ, все время киноновинки, все время новая волна, я не побоюсь этого слова. Сегодня новая волна и на картине ТВ, наверное, вот я и пожелаю всем хорошего просмотра вместе с картиной ТВ. Вы знаете, еще одно очень важное событие, которое мы делаем вместе с компанией «Картина ТВ» и компанией «Арс», это «Песня года» снова в Германии. Поэтому я приглашаю всех любителей хорошей музыки, замечательных артистов на потрясающий проект «Песня года» в Дюссельдорфе 2 марта 2019 года. Приходите и не пожалеете.